Еще раз начни, пожалуйста. Май год. В 1813 году приехал на этот замок русский царь Александр I, большой царь Русской империи. Он здесь с дальшими царями-монархами договорился, что оно будет как бы Европа после Наполеона. Здесь его был гостем, и здесь был князь. Короче, решали, как будут делить Европу. Да. Вопрос да. такой главный. Видишь? Да. Они выпили перед этим? Много-много. 5 дней здесь были, 5 дней. Да, понятно. Гуляли, пили, гуляли, потом пили. Решили. Да? Ой, ничего мы не решили. Здесь этот пляс, она была женщина, Катерина Беломина, Залаганская. Так, это одна из постав роману «Бабушка» от Бажени Немцовой. И она жила здесь, это был ее замок в этом году. Прекрасно.